Всех приветствую, дорогие друзья, любители классических игр ретро. С вами Некрос, и сегодня у нас снова Герои 3, да не простые, а золотые, потому что это Хота, Horn of the Abyss, о котором вы по-любому мне писали в комментариях. А еще вы мне писали про Vogue, но сегодня Хота. Мы будем... Я сегодня изменю своей традиции играть за всяких демонов и прочую нежить. Сегодня будем играть за людей, потому что, как я уже говорил в прошлом выпуске, мне очень нравятся их некоторые юниты, особенно арбалетчики и ангелы за двойной урон и инициативу. Играем лицом к лицу. Сценарий. За... Вот тут, вот, видите, очень удобно все сделано. Можно выбирать раз, два. Играем за Валеску, потому что у нее специальность арбалетчики и классический бонус в виде золота. Повышаем немножечко сложность до ладьи, но потому что почему бы нет. В прошлый раз было попроще. И давайте поехали потихонечку. Как говорил Кузя, он же Хьюго, кто не знал. Значит, здесь мы делаем ход конем, хоть мы и ладья. Мы улучшаем башню арбалетчиков. Мы в таверне, ну, понятное дело, нанимаем кого-то. А Катберта нанимаем и... Все, как правило, ну, как обычно, отдаем. Складываем ребят, вот этих вот стреляющих, которые будут основой нашей армии. Забираем все, что у нас есть в бараках, и улучшаем этих чудесных стрелков. Так вот, теперь смотрите, что у Валески есть. Она рыцарь, у нее базовое лидерство, лидерство шикарный навык. Я думаю, это всем понятно. Два раза походить — это... Это вам не шутки шутить. Ну и базовая стрельба, опять же, стрельба, арбалетчики, я думаю, все логично и все понятно. Правда, ну, конечно, я не буду лукавить, карту я эту немножко посмотрел, и здесь вот, продвинутая стрельба. Тактику лично я не очень люблю, хотя слышал прекрасно. От сами знаете кого, что это хорошо. Что это хорошо, что тактика — это замечательно. Но мы еще новичок, поэтому какая пока что тактика у нас может быть? Так, теперь Катберт пусть побегает. Катберт у нас побежит куда-нибудь. Куда-нибудь вот сюда. Да, давай тоже. Мудрость, магия земли. Пусть будет земелька. Здесь будет довольно... Это карта сложненькая, как по мне. Потому что здесь, видите, сотни. Ну а какая... А, толпа огры. Но опять же, огры, они жирные все-таки. Это же огры, поэтому нам надо как-то... Вот орда троглодиты. 50-99 троглодитов. Троглодиты могут до нас и не дойти. А еще тут есть такая штука, как быстрая битва. Про нее вы мне тоже говорили. Давайте я вот так вот лицом к лицу сохраню. Продолжаем немножечко читерить. Вот, видите? То есть и нам игра сразу предлагает. Вот, нравится тебе такой вариант, что ты никого не потеряешь и убьешь 60 троглодитов? Нравится. Если нравится, нажимаем «да». Если не нравится, начинаем играть вручную. Вот такая вот штука интересная. У нас нет... книги, поэтому, скорее всего, заклинания мы не сможем изучить, правильно? Ну, это я думаю так. У священника-то, конечно, книжка есть. И поэтому... А, там уже все выучено, да? Давайте, вот в прошлый раз я помню прекрасно, что я пропустил древесину. Это было, конечно, это было эпично. В плохом смысле этого слова. А вот что дальше делать? Ну, наверное, мы начнем потихонечку наращивать нашу экономику.
я так предполагаю. Дальше пока что тактику я не знаю, какую правильно устраивать. Орда, троглодиты, охотники. Ну, охотники, может быть, конечно, и ребята более крепкие, но мне кажется, что мне игра продол... Два алебардщика. Я, в принципе, на такой расклад согласен. И мне выпадает клевер. Повышает удачу героя на один. А вот это тоже хорошая штука. Между прочим, потому что... Вот представьте себе. Лидерство, удача. То есть мы два раза ходим, еще и урон у нас, грубо говоря, базовый урон двойной. Это вам не шуточки. Морские волки. Они, скорее всего, стреляют. Тут вообще... Тут вообще замок уже, между прочим. Я могу, конечно, попробовать. Шесть. Давай попробуем сами как-нибудь. Как нам сделать? Наверное, начнем с арбалетчиков, да? Так. Ждем. А, мы должны закрыть. Вот этих вот ребят. Точно. Закрываем их. Ага. Ну давай вот так сделаем. Вот, видите, удача пошла. А-а-а. Смотри, какие хитрые. Ну не очень расклад получается, согласен. Расклад получается не очень. Да, ребят, совсем не очень. Ха. Получается, что... Что то, что мне предложила игра, это лучше, чем то, что делаю я сам. Поэтому... Наверное, я соглашусь с компьютером. Я думаю, компьютер в данном случае прав. Я прокачиваю продвинутое лидерство, потому что, ну, то, что алебардщиков я потерял, это значит, что у меня какая-то брешь в тактике. Лидерство мы прокачиваем, теперь у нас еще круче, мы становимся еще круче. У нас красота начинается, ребята. Башню арбалетчиков мы тоже прокачаем. Немножечко восполним утраты. Потери в наших рядах. А, это нам не надо. Кому я этого арбалетчика оставил, тоже непонятно. Да. Хорошо. Муниципалитет. Рынок кузница. Давай начнем с рынка. У нас как раз деревце есть, присутствует. Этот товарищ пока что никуда пойти не может с его-то армией, которой нет. Орда, скелеты, войны, надо будет пойти. Надо будет мне сейчас взять и пойти. Так, а я сейчас играю в оконном режиме, я не могу просматривать, я могу только вот так вот, да, просматривать. Потому что Опс не захватывает игру, просто не хочет. Просто говорит, нет, я не буду. Нет, не буду. С чего бы нам начать? Сотня. Давай пойдем
мы можем... А, мы не можем сквозь эльфов пройти, да? Значит, ты у нас пойдешь, получается, вот сюда. Будешь смотреть, что тут да как. А это вот водяное, это колесико-то нам надо. Потому что там золото. Кстати, по поводу золота. Пошла у нас первая префектура. И еще муниципалитет, да? Давай гильдию магов сделаем. Благо камешков, ну или что-то, уголь? Или... Я вообще-то обычно камнями называл. Это у нас... Не пишет игра, что это почему-то. Хотя я могу это посмотреть вот тут вот. Руда. Кто-то называет углем, кто-то камешками. А вообще, конечно, правильно называть это рудой. И я, наверное, попробую напасть на феечек. О, 11. Нет, слушай, так не пойдет. Я вспомнил, ребята. Я вспомнил, что я делаю не так. А делаю я вот что не так. Смотрите. Вот это мне надо делать. Вот это. Это то, наверное, что должен знать каждый новичок. Сбивать отмашки и просто провоцировать бота на вот такие вот... На то, чтобы он убивал меньшинство в моей армии. Понимаешь? Тех, кого меньше. Ну, тут 17 я потерял. Все равно давай пробовать. Может быть, как-то я... Да, конечно. Ну, давай. Надо закрывать. Надо закрывать. Ты смотри, да, что творит? А, то есть так не получится, да, закрыть. Хорошо. Давай учиться тогда. Давай вот прямо на сейвах и учиться. Они могут пролетать. Хорошо. Значит, будем это... Нравится больше, если честно. Магия воды. Ну, вообще, конечно, мне это надо. Но в данный момент, вот именно вот прям в данный конкретный момент,
Я, наверное, все-таки возьму стрельбу, потому что, ну, мне сейчас это важно. В будущей перспективе, может быть, магия воды мне понадобится. Может быть, я сейчас не прав. Может быть, я и не прав. Кто его знает? Такой расклад мне нравится больше. Так, тем временем... Орда, зомби. Набираем, набираем, набираем. Судя по всему, это нам все очень надо. Толпа, ходячие мертвецы, сотня бесов. Ух, вот это да, конечно. Муниципалитет. По 200. По 2000. Может быть, мы даже без Капитолия как-нибудь продержимся. Гильдия магов первого уровня. Жалко, конечно, ресурсов. Но что поделаешь? Без экономики тут мало что можно хорошего сотворить. Так, 36. Давай мы... вот так вот сделаем. Заранее, потому что мы все равно так делать будем. И что, орда зомби? Ну, зомби, они жирные очень. Сотня бесов. Давай попробуем. О! Ху-ху-ху! Один алибарчик. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот. Ходячие мертвецы. А, даже так. Шикарно. Эксперт лидерства. Склад золота. Пошла у нас игрушка. Пошла. Орда. Ну, тут, наверное... Валеска чувствует, что шансы на победу скверные. Хотите ли вы отступить? Нет, я хочу попробовать. Я так понял, что вот это как раз-таки плохой был вариант. Ладно. Да, надо что-то делать с тем, что я не могу игру... Тут я не могу уже с помощью стрелочек прокручивать, потому что у меня просто, ну, не работает это. Только в режиме полного экрана. Кузница. Чтобы были денежки в порядке. Хорошо. 5000. Раз. 5000. Два. А, нет, не 5002. Кузница. Гильдия магов же тут есть, правильно? Так. Да, я желаю купить вот. Ну, это такое ситуативное... Вот щит и волшебная стрела. Но, кстати, вот эти штуки можно менять. Просмотр воздуха. Местоположение всех артефактов. Это все можно поменять. Но это стоит денежек. То есть мы можем потратить ресурсы драгоценные. Еще и денежки. Хотя неизвестно, что в той гильдии магов у нас. Правильно? Неизвестно. Так, посещено. Склад золота, да? А мне все равно придется посещать эту. Мне все равно придется посетить казармы, рынок. Давай, рынок. Я все еще посижу немножечко.
в домике, потому что завтра, да, у нас намечается пополнение армии. Капитолий. Ну, это пока так. Давай, значит, казармы. Построим. И мечников наймем. А крестоносцы, по-моему, два раза атакуют. Нормальные ребята такие. Вполне, да? И вот сейчас самое интересное. Значит, сейчас выросло все, да? Все замечательно. Берем тут. Берем вот тут. Не посещено. Сейчас мы начнем обход. Шикарный, шикарный обход. Муниципалитет. Есть. Вот эти все дела присутствуют, да? Да. 45 этих самых, да. Орда зомби. Давай пробовать на зомбиков нападать. И тут орда зомбиков. А, то там меч какой-то. А-та-та. Да? Нет, давай пробовать сами. Хочу попробовать сам. Сколько у меня? 10 маны? Ну да, я же рыцарь все-таки. Я все-таки рыцарь. Летать они не умеют. Но пройти все равно пройдут, да? Тан-тан-тан-тан-тан-тан. А, этот будет отвлекать. О, они все на него идут. Смотри, какая прелесть. Смотри, какая прелесть, а. Давай лидерство. Не хочет. Не хочет лидерство, да? Не хочет лидировать. Пока они там дохромают. Ой, замечательно. На, на. Ну, я думаю, неплохо это было. Я думаю, это было вообще неплохо. Вот так. Давай лидерство, пожалуйста. Давай, сделай. А куда бы мне... Да, это было выгоднее гораздо, я уверен в этом. Вот так сделаем. Даже так. Ну, вот так, наверное. Ну, и вот они его защитят. Смотри. Получается-то как? Получается вообще нормально. А это мало сносит, да? Наносит урон 20, а у них здоровье 20. То есть я одного зомбика убью, получается. У этих урон атака 8. 1-3. Но если только удача не прокнет. Хотя, можно, знаете, как сделать?
Они же все равно не пройдут, правильно? Вот так можно сделать. Все. Нет, он прошел через трупек. Через трупецкий он прошел. Я неправильно все-таки рассчитал, да? О. 5 штучек я все-таки потерял. Ну, это, видите, моя вот... моя промашка. Значит, они по трупам ходить могут. Магия воды. Базовый. Давай. Значит, будем учитывать это на будущее. Что поделать? Такая игра. Капитолий. Грифонова башня. Это нам все надо. Ладно, 5. Я мог, конечно, вообще их не терять, но... Теперь точно будем знать, что по трупикам они ходить могут. Толпа Магоги. Магоги нас покоцают. Пикси. Пикси, ну, скорее всего, они нам ничего не сделают. Но... Тут видишь еще в чем прикол? Это еще надо еще чувствовать, где ты можешь победить, а где ты точно не можешь победить. А мельница-то нам нужна. 8 алибарщиков. Ладно, пойдет. Толпа огров. Нимфы. Неизвестно еще, что там у них. Может, они жесткие. А, у нас золото все, да? Золото у нас полномочия все. А, тут еще эти... Копейщики, копейщики. Я постоянно забываю, как их правильно называть. Чуваки с копьями, ребята. Не ошибемся, если так... Если их обзовем вот так. Вот так вот. А я ничего строить не могу, у меня золота нет. Извините, извините. Хотя по 4000 капает. Да, давай. Не хватает пару рыцарей, да? Давай ты все мне передашь это. Здесь еще можно было бы нанять персонажей, но... Денег, денег, денег. Мало, мало, мало денег. А, так, это что у нас? Передать всю армию. Вот так, наверное. Ну да, типа того. Типа того. Воины-скелеты. Огры. Ну я не знаю, у огров, конечно, было бы неплохо, потому что тут... А, да пожалуйста, да пожалуйста. Продвинутые магии воды. Хорошо. О, золотишко. Это, по-моему, про защиту. Когда герой с этим артефактом завершает ход, находясь в городе, прирост существ 4 уровня в нем увеличится на 3. Это не то, что я хотел. Что это? Медаль чиновника снижает цену, уплачиваемую при капитуляции. Вообще ерунда какая-то выпала. Ну, как по мне. Может быть, я чего-то не понимаю, но, по-моему, это ерунда. О, замечательно. И что? Чуваки с копьями. Пойдет. Теперь про скелетов будем разговаривать. Казармы. Да, пускай копятся, ребятки. Главное, чтобы не был месяц чумы. Иначе это будет... фиаско это будет? Вот что это будет. Посиди пока в замке.
Ой, дорого все, с ума сойдешь. Очень все дорого, с ума сойти. Ну давай скелетов сейчас, со скелетами повоюем. О, они даже не дошли. Ну, обзорная площадка. Теперь эти ребята, будем надеяться, что они к нам присоединятся. Да. Ладно, пойдет. Магия воды, эксперт. Троглодиты, охотники. Я думаю, нормально нападем. Вот это, вот дела. Вот дела. Ноль денег. А там кто-то носится. А там кто-то носится. На троглодитов я, пожалуй, нападу, ребята. Я думаю, ничего они нам не... Да, ничего не сделают. Это что, погост? Мы кого-то нанять? Ходячие мертвецы? Обыскать. Ну, давай. О, логистика. Вот это да. Победив мертвецов, обыскивать. Носится в ливорке, повышать защиту героя. Или 2500. А, и 2500, что ли? И это, да, и можно без хлеба. Хорошо, я согласен на такое. Что у нас? Снять заклинание, да? Магия воды, конечно, здоровская вещь. Улучшенный монастырь, улучшенные казармы. Да вот как раз таки теперь-то нам надо манеж, конюшни. А, еще конюшни. А у нас нет дерева. Ну давай тогда добивать вот это дело. А, грифончики. Чтоб копились, а. Чтоб копились, а. Придется ему сбегать. Да? Так, ну-ка отдай. Ой. Хорошие кнопочки тут придумали. По-моему, в оригинале такого не было. А нам все равно посещать скоро. Нам все... Так близко, слушай, да? Ужас. Нам надо где-то... Нужна древесина. А что... О, это надо учить, ребята. Вы что, это же благословение. Это обязательно надо. Но это дорого очень. Замок. Нужна древесина, я же говорю. Древесина. Толпа магогов. Они нашу армию очень здорово покоцают. Но мне интересно, что нам игра... Во-первых, нимфы. А, они даже не дойдут. Я их переоценил. Тайник бесов. Но... Ладно, пойдет. Логистика продвинута. Это нам не надо. Ну что, 125, ну что? О, согласен.
на такое я согласен, конечно. Чего уж там говорить. Цитадель. Давай сделаем. Ну и в принципе, нам надо что-то это... Вот так, наверное, сделать. На Капитолий 10 штук уйдет. Но если я Капитолий хотя бы один построю, все, я буду королем этой каточки. Этот уже там что-то совсем офигевает, я смотрю, да? Капитально. Пойдет. Сокровищница гномов. Боюсь, что они меня напинают. А! То есть они... Все, я правильно все понял. Они меня напинали. То есть я хотя бы чувствую. Я хотя бы примерно чувствую и понимаю, что да как. Петух. А что он тут вообще забыл? Зачем он? Орда эльфов. Давай попробуем. Оу. Неприятно. Но тут, я так понимаю, по-другому не получится. Никсы воины. Кто это такие? Кто это вообще такие? А? Как понять? А я не знаю о таких... Я о таких юнитах даже не знаю. Вы кто? Кто? Кто это? А чё они такие жирные? То есть... я понял. Никсы воины... Запомнили. Никсы воины это жестко. Это новые юниты. Мы о них знать никак не могли. Это толпа. Так. Сера... Хорошо. Капитолище, да? А, этот-то у нас должен это, погулять. Он пойдет у нас... Да ладно. Посещено. А это не посещено. Ага. Вот так давай сделаем, вот так. Здесь Капитолий. Смотри. А, не смотри. Не смотри. Не смотри. Вот. Вот теперь смотри. Хопа. Красиво. Согласен. Сейчас смотри. Красиво. Согласен. Красиво. Это он заберет. Так, ну вроде как какая-то тактика у меня начинает уже выстраиваться. Я ее придерживаюсь. А с чего это вдруг? А, у меня прям это... У меня прям их мало уже, да, осталось? Я понял. Ты чё? Десять. Что-то мне кажется, это будет невыгодная битва.
Очень невыгодная. Совсем невыгодная. Ух, да. Сколько их? Один. Два, 18. Ну, хотя бы так. Вот хотя бы так. Ну, хотя бы так. Вот так лучше. Эксперт-логистика — это просто сказочная. Сказочная просто фигня. Но армия у меня — это толпа духи. Ну, духов, я думаю, мы расстреляем. И то не факт. Да. А давай попробуем. Как он рассчитает? Смотри, да. Вроде как и неплохо. Тихо, тихо, тише. Ага. Ну, лидерство, ну где ты? Где ты, лидерство? А-а-а, да? Вот так вот, значит. Не, так не получится, ребята. Получается полнейшая ерунда. Здесь компьютер прав. Вот здесь прав компьютер. Что нам говорит? Два. Кого? А, я понял. Ну, пока что с анализом шансов у меня есть некоторые проблемки. Ладно. Давай... Не, ну, эти ребята нас разместят. Сотня гномов? Нет. Не. Ну, о чем вы? Какая сотня гномов? А вот этот, кстати, хороший священник. У него молитва. Молитва очень хорошая штука. Просто, я бы сказал, замечательная. Два капитолия уже нельзя построить. Зачем я тогда замок сделал? Есть вопросы у меня к самому себе. Зачем? Да? Зачем? Что у нас получается? А, бастиончик. Получается, что нам надо всех арбалетчиков скупать и этих ребят. И нужен дополнительный герой, потому что уже маловато. Вот его надо. Если бы он обучил нас молитве, вот это было бы вообще... Неплохо. Арбалетчиков и то не хватает. И то денег не хватает. Матросы. Ну, матросов мы, может быть, и размесим.
Что? 47 матросов? А что у них? Что, они жирные, что ли, такие? А, так это у меня армии, потому что мало. Я что-то уже начинаю забываться. Ребята, я, по-моему, наглею. Давай-ка мы... Давай-ка мы отступим до замка. Потому что это не дело. Ну, че, как мы можем воевать с такой армией? С никакой, правильно? Так дела не делаются. Не посещено. Не посещено, не посещено. Ну, это надо все посетить, раз не посещено. Так. Это все... Дорого просто невероятно. Ну ладно, давай хоть так. О, смотри, как классно. Она еще сама высчитывает. Это нам очень здорово экономит время. Очень здорово. Вот сюда надо будет зайти. Хоба. Потихонечку. Помаленечку. 44. У тебя что? Нормально? Нормалек? Или не нормалек? Так, ты. Ты у нас... К мельнице идешь. 3 руды. Найс. Давай, обменыч. Ну вот теперь... А, этих-то надо усилить. Этих надо усилить. А я все равно сюда должен, да? Да. Замок мне тут уже не нужен. Фанатики. А фанатики случайно стрелять не умеют? Такой вопросик. Урон, боезапас. А, умеют. Стреляет, стреляет. Стреляет дважды. Это нам невыгодно, да? 13-13. Морские волки. Зомбики. Ну ладно, давай тогда мы... У нас логистика на высоком уровне, поэтому... Что мы делаем? Нам хватит вообще денег-то на это все? Да, потихонечку мы... Потихонечку восстанавливаемся. Устраивает. Но эти, конечно, я чувствую... Нам накостыляют. Взяли. Так, ты. Ты у нас чё? Ты на разведку иди. А то непонятно, чё тут и где. На фонтанчике мы не были, кстати. Что не есть хорошо. Ну, вроде как мы выбираемся из кризиса финансового потихонечку, да? Да, все, сейчас мы начнем потихонечку в плюсик выходить. Морские волки, давай пробовать. 9... Магия воздуха. Заклинание 3-го уровня. Магия воздуха. Мудрость, наверное.
Зато я тут арбалетчиков найду. Черная башня. Хоп, я даже больше получил. Даже лучше, чем было. Героев тут нет. Черная башня. Что делает? О! О! Ого-го! Вот это мне понравилось такое. Может быть, занаглеть? Как думаешь? Алхимич. Циклопы. О! Склад древесины. О, а это мне как раз надо было. Причем давно. Элементали. Пятый день. Все посещать надо будет. Этому нужно будет тут посидеть немножечко. Ну, молодец вообще, а. А, и этой нужно будет тут побыть немного. Ух. 19, да ладно. Не, я так не люблю. Давай что-то думать. Так я не хочу. Я хочу. Как? Я хочу, наверное, посмотреть, сколько у нас там маны. 6 из 10? Да, я думаю, нормально. Можем мы лучше. Давай попробуем подраться. Вот так вот. Раз, два. Они стреляют? Что, простите? Я вот этого не знал. Вот этого я и не знал, честно. Смотри, что творят. Хорош. 48. А сколько... Нет, подожди, так это... 9 я терял, да? Раз. На единичку пошел. Раз. 16? А мне сколько предложили? А мне 9 предложили. Но 7 грифонов. Ладно, давай уж лучше тогда 7 грифонов. Орлиный глаз, ну зачем? Это что у нас? Существо второго уровня, в нем увеличится на 5. А это? Силу магии. Ну вот, кстати, да. Эффективность, все дела. Это все посещать надо будет. А он, они посетят все. 12 тысяч? Так а мы можем это... Мы можем... Руда дополнительная. Гильдия мага второго уровня.
Нам надо уже это, уже серьезных ребят строить. Вы ж понимаете? Сколько? Сколько-сколько? К вам подходит старший конюх, ведя под узды прекрасного боевого жеребца. Этот скакун ускорит ваше странствие. Да. Так это замечательно. Но это денег что-то стоит. Что-то прям... Извините. Это что-то прям... слишком. 20 тысяч... Кого? Дерево? А чего мне надо, чего не надо? Руда нужна, камень. Камень вроде не сильно нужен. Ого. Ну знаешь... 20, ё-моё. 20. Да нет, что-то ерунда какая-то получается. Что-то прям ерундистика полная. Здесь гномы. Куча гномов. Они меня убьют. Они со мной церемониться не станут. Вожди, гномики. А, вон виверны. Может, к вивернам сбегать? Они-то всяк не будут сильно на меня агрессировать. Значит, остаемся без всего, да? Ой, дорого все. Руда дополнительная. А, и древесина. А что, я раньше так не сделал? Вот с этого надо было, наверное, начинать. Да? Я прощал только руда, но не древесина. Нужна древесина. Давай мы на виверн нападем. Там какой-то артефакт. Ё-моё, сколько? А чё так много-то? Вы чё? Это, по-моему, был неправильный ход, да? Да. Один. Так они летают. Чё? Они же все равно летают. Прилететь, да? Сколько там грифонов? 19? Красава, слушай. Четыре. Ну, по-моему, так гораздо лучше получается. Вам не кажется? Раз. Все.
Вот, вот такой мне расклад. Так. Ну это надо. Это, кстати, надо. Что я взял? Все 4 первичных навыка героя на 4. А, только... А. Защиту героя. О. Ого. Львиная лёва просто. Львиный, тигриный лев просто. Так, оружие от героя, атаку героя на 4. О, вот теперь я просто львиный лев. Как вам такое? Красиво? Красиво. Вожди. Ну, то, что вожди, конечно, циклопы, склады, гномики. Гномики, мне кажется, нас смогут... А, да на здоровье, пожалуйста. Это не надо. Грамотность, подожди. Заклинание первого и второго уровня эффективно обменивать заклинаниями между книгами. Там молитва нужна, но доспехи тоже очень крутая вещь. Но грамотность далеко не... Это очень ситуативный предмет. Он если есть, то его сразу нет. А, то есть я уже должен это... Я понял. Мне не хватит денег. Это все очень дорого. Но мы... О-хо-хо-хо-хо. Я понял вас. Посещаем. Посетители посещают. Орда каменные големы. Ну, пока они до нас дойдут, скорее всего, мы им напинаем. Толпа циклопов. Скорее всего, напинают нам, но давайте просто проверим ради интереса. Ох, ё. Но зато... Повышает силу магии на 2, однако снижает знания на 2. То есть маны будет меньше, да? А это что? Сила магии. Десять маны. Что-то я какой-то как колдун жесткий, вам не кажется? Матросы что-то эти тоже. Ладно, пойдет. А что по матросам? О! Ну, сразу, видите, другое дело. Сразу другой разговор. Денег нет! А теперь есть. Так. Это там уже что-то бегает. О, отродье пропасти, так это мы их сейчас завалим, правильно? Без, да, без этих, без... Без проблем. Особняк. Попробуем. Что? Опять? Я что, опять? Да. Смотри. А, они нас окружили. Я про это и забыл. Я забыл про это. Это все ошибочки. Да, эта карта сложная. Она гораздо сложнее, чем предыдущая карта. Я на той карте так не загружался. Постоянно. И тут плохо, да? Кажется, кто-то не очень хорошо знает о юнитах в данной игрушке. На них на всех нападать я не могу. Манеж.
Неплохо. Теперь надо второй манеж строить. Так, и надо будет Валеске передать этих ребяток, да? Да что такое? Что у нас тут получается? Получается вроде бы и неплохо. А, да? Так, может быть, ты сбегаешь? О, на побегушках, да? Валеска, Валеска. А, еще здесь. Давай уже третьего героя наймем. Потому что... Нам двух не хватает. Ну, реально не хватает. Объективно. Не хватает. Еще коняшку надо будет купить. Манежек. Но хотя бы у нас кони появляются, что уже неплохо. Здесь мы все купили, можно к Валеске идти. Передадим. Вот так. Хоп. Отродье. Ну, отродье понятно. Все с ними ясно. Вот так. Вот так вот. Гномы. Все. Руда наша. Так, теперь урчата. Здесь ничего. Едем дальше. Фонтан разрушенный ничего нам не дает, я смотрю. Циклопики. Ой, продвинутая мудрость. Ну, в принципе, учитывая то, что у нас мана-то неплохая. Давай мудрость продвинутую. Гильдия мага второго уровня. Чё там? Удача, точность. Так это воздух. О, это все дорого очень. Слушай, наверное... Наверное, нет. Наверное, надо как-то по-другому это все делать. Воздух. Воздух, воздух. Точность. Точность, она нам нужна. Да и ускорение тоже надо. Ладно, сделаем так. Склады циклопов. Сойдет. Так. Посещено. Хорошо. Короли циклопов. Ну, то же самое. Нормально. Сколько, сколько? Сколько, сколько? Пока. Не, так не пойдет. Меня такой расклад не устроит. А что с музыкой? И
и все в этих. Смотри, смотри. Жесть. Просто все в них. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Красава. Вот так, чтобы не стреляли вообще. 50. Ну это, конечно, да. Что-то прям... И сколько я в итоге потеряю? 29. Ну, что-то... Смотря какой артефакт. О! Это хороший артефакт, согласен. Вердикт нас устраивает, такой расклад. Скоро новый день. Нам улучшенный манеж. У нас два манежа же, да? Или один? У нас их два. Портал славы надо. Это очень дорого. Это денег надо просто немыслимое количество. Изучение заклинания второго уровня. Ну вот эта штука нам может помочь, кстати. Не понял. А, понял, все. А, тут видишь что? Колесико водяное. Но там нам могут, кстати, нас побить могут там. Скажем так. Скажем так, нас там могут побить. Копим. А, копим. Кого мы копим-то? Паук, паук пожилой. 20 тысяч. Ксерон. Ну давай. Давай его сейчас мы разобьем. Ну, в общем-то, ничего серьезного. 43. А все, что ли? Слушай, 43, это что-то прям мне что-то прям не понравился такой расклад. Я хочу нормально сразиться. Что значит 43? Что это значит? Ничего хорошего это не означает. Еще хуже даже. Охо-хо, ну ты прям вообще... А, у меня маны нет. Ого. Так-то неплохо. А где мне ману взять? Они все в этих будут, да? Ужас. Какой ужас. Какие они толстые, а?
И стрелять не дает. На. Вообще просто убивают. Они сделать-то ничего не могут. Слушайте, а эти-то мощные, кстати, ребята. Всех потерял, просто всех. Просто всех. 38. Ну так получше. Так получше, конечно. Ну давай, показывай, что тут у тебя. Муниципалитет, гильдия магов первого уровня, кузница. Да. Давай гильдию магов построим. Ну, это же что-то. Снятие заклинаний. Защита от воды, лечения. Ну, здрасте. Такое. А этих смысла нет нанимать. Выучили, все. Снятие заклинаний. Так, а все, я могу добивать, наверное, их уже. Я так подозреваю, что каточку мы эту выиграли. Да. Все, синий терпит поражение. Ну, вот так вот, друзья. Поздравляем, все ваши враги побеждены. Такая вот у нас сегодня... А, даже сложно, сложно, смотри-ка. Смотри-ка, как получилось-то у нас. А в прошлой эта игра была средней сложности. Сандра. Ну все. Ребята, на сегодня с героями мы завершили игру. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, комментируйте данный видосик, советуйте его своим друзьям и нажимайте на аннотации на экране, чтобы другие видео посмотреть. Всех благодарю за просмотр и всем пока!